Что, дорогие друзья, всем снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Турбо, но, естественно, ваши мои любимые ребята, для вас, я, естественно, подготовил весьма очень интересный сюрприз. Этот сюрприз охереть какой охерительный, так что... Чужочки-печенушки. С вами сейчас врубаем эту штуковину, но это еще не все. Я наконец-то добрался до этой прекрасной штуки. Ну как бы не это. Разные подключения. Кстати, где эта штуковина, которая, твою мать, не выключили? Если честно, хорошо, что у меня этих штук несколько. То есть можно везде иметь. Даже прямо здесь. Как-то так. Что, ребят? Я готов вас максимально удивить и добро пожаловать действительно на мой насыщенный, так скажем, концертик. Я, наверное, сделаю это. Как вам такое? Ну, это же максимальная херетина, ребята. Я добрался до этого момента. Ну, слушайте. Выглядит как-то нехерово, если честно. Это реально клёво. Да. Я купил машину и только сегодня, 23 числа, я забрал ее с посылки. То есть не саму машину, а масло, то есть которое должно было приехать сюда. Масло, ну, жидкость для машины. Я купил ее не слишком сильно и не слишком слабо. Я взял такую, чтобы прям, ну, вполне нормально было. Но, я не знаю, естественно, все в полном порядке. Написано, не дымил, это ни херово. Но выглядит это просто капец как круто. Хорошо, если врубим вот это вот. Но на самом деле есть одна маленькая проблема. Дело в том, что нам не хватает чуть-чуть, так скажем, лампочек. Для того, чтобы это все замутить еще больше. Это реально клево. Здесь на этом пульте, я не знаю, почему у нас сделано так, что прямо несколько кнопок, хотя они ни за что не отвечают, но это очень-очень странно. Но это реально классно. Домашина лет 500 за 2,5. Вполне можно себе позволить. Но вот масло, которое вам нужно, стоит оно до хера 1000 рублей. Так что как-то так, ребята.
Добро пожаловать теперь на новый взгляд моего шоу. Вместо с домовухой. Это я больше всего об этом мечтал. Задобраться до этого. Это капец. Ну что, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и пишите комментарии, если вам понравился этот ролик и что вы думаете по поводу домовухи. Мне кажется, это максимально херительно и как-то так. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.